Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает встреча с Яном Йоффе и его авторской программой «Страничка истории». Ян у нас уже на линии, поэтому давайте с ним поздороваемся и начнем эту интересную передачу. Здравствуйте, Ян. Добрый день, Анатолий. Добрый день, радиослушатели. Ну, памятных дат на прошлой неделе было много, событий еще больше. Кузьма Прутков был прав. Нельзя объять необъятное. Давайте вспомним несколько. 40 лет Иранской революции. Захват 52 американских заложников. Они провели в плену 444 дня и были освобождены 20 января 1981 года, в первый день президентства Рональда Рейгана. Контраст между беспомощностью президента Картера и решимостью Рейгана был очевиден. Аятолла Рухола Хамини понял это сразу и решил не рисковать. Своя голова дороже. Он умер через 10 лет после прихода к власти, залив страну кровью, казнив десятки тысяч сторонников шаха. Да, и в 8-летней войне с Ираком погибло 500 000 иранских солдат. На прошлой неделе есть еще одна знаменательная дата, весьма-весьма печальная. Исполнилось 70 лет с начала антиеврейской кампании 49-го года. Советских евреев ожидал второй Холокост, только смерть кровавого диктатора Сталина не позволила этому кровожадному бандиту сделать это. А так, в принципе, все события разворачивались как раз в этом направлении. Неделю назад появился долгожданный доклад специального советника Роберта Мюллера о возможном сотрудничестве России с предвыборной кампанией Трампа. 2 года расследования, 35 миллионов долларов потраченных на этот доклад. На Мюллера работало 19 лоеров, 40 агентов Федерального бюро Investigation. Было опрошено 500 свидетелей. Генеральный прокурор Соединенных Штатов Барр опубликовал краткую выдержку из этого доклада. Так, из него видно, что гора родила мышь. Никаких существенных доказательств о связях предвыборной кампании Трампа с русскими не установлено. Демократов и средства массовой информации, которые так жаждали крови, не устроило все это. И они обрушили... Ведь они обрушили на Трампа такое море грязи и клеветы. По их требованию к середине апреля доклад будет опубликован полностью. Снова начнут искать каких-то блох. За 2 года президентства Трампа Соединенные Штаты совершили стремительный бросок вперед. Экономика растет более 3% в год. Самая низкая безработица за последние 50 лет. Валовый национальный продукт страны в этом году составит порядка 21 триллиона долларов. Для сравнения, валовый национальный продукт России 1,7 триллиона. Америка впервые за полвека стала энергонезависимой и вышла на первое место в мире по производству газа. При таких темпах американского экспорта нефти через несколько лет Соединенные Штаты обойдут Россию и приблизятся к экспорту нефти в Саудовской Аравии. А общий американский экспорт этого года составит 2,6 триллиона долларов, что в 1,5 раза превышает весь валовый национальный продукт России. Ведь это только экспорт. А русская пропаганда утверждает, что Америка ничего не делает, ничего не производит. Так что же это Соединенные Штаты экспортируют на 2,6 триллиона долларов в год? Это что, мы экспортируем воздух? И что это мир покупает с клеймом, сделанным в Соединенных Штатах? Такова реальность президента Трампа. Могло быть, конечно, и лучше. Можно было сделать больше. Но бесконечная травля бесспорно ограничивает его возможности. Пожалуй, ни в одной стране мира
институт верховной власти в лице президента не занимает столько места в общественной жизни, как это происходит в Америке уже на протяжении 240 лет. Президентство имеет много символов, как монархия Великобритании, всегда несет в себе ряд смешанных чувств. Здесь и восхищение, и критика, здесь и положительные оценки деятельности президента, и все оттенки отрицательного. Президент и вице-президент являются только двумя лицами в национальном правительстве, которые избираются. Сенаторы и конгрессмены тоже избираются, но их избирательная база относительно невелика, а президента избирает вся страна. Отсюда такой высокий спрос о деятельности президента, тем паче, что по Конституции он еще и является верховным главнокомандующим. Несколько лет назад в Америке есть такое общество федералистов. Его и газета Wall Street Journal опросили более 100 выдающихся профессоров американской истории и политологов, чтобы они составили рейтинг всех президентов по пятибалльной шкале. По их оценке, самым выдающимся президентом стали Джордж Вашингтон, он набрал 4,9 балла, и сразу после него идет Авраам Линкольн, 4,87. На третьем месте Франклин Рузвельт, 4,67. А вот следующая группа из 8 человек – это Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт, Эндрю Джексон, Хэри Трумэн, Рональд Рейган, Дуайт Эйзенхауэр, Джеймс Полк и Вудро Вильсон. Я не буду перечислять, кто расположен в самом низу, с оценкой ниже среднего или просто неудачники. Они тоже были в Америке. На мой взгляд, конечно, замыкать эту таблицу должен 44-й президент Обама. Ну, это мое личное мнение. Ну, а какую строчку займет Трамп, конечно, покажет время. Давайте сегодня поговорим о Рональде Рейгане. Как-никак, он в первой десятке самых лучших президентов Соединенных Штатов. Да и президентство его закончилось не так уже давно, в 89-м году, 30 лет назад. Для президента характер – это все. Президенту совсем не обязательно, и он не должен быть каким-то сверхчеловеком. Гарри Трумэн не был таким, но он спас Европу от Сталина. Совсем не обязательно быть и сверхумным. Всегда можно окружить себя умными помощниками, которые помогут разработать стратегию. Можно найти и прагматиков, и тактиков, и других специалистов в разных областях человеческой деятельности. Но невозможно купить мужество, достоинство. Вы никогда не сможете одолжить чувство высокой ответственности и высокой морали. Все это президент должен принести с собой. И обладать такими качествами необходимо для исполнения обязанностей президента страны. Президент обязан знать, почему он здесь и что нужно делать. В первую очередь он обязан видеть будущее страны. Вот это видение и есть функция мышления. Но одного видения мало, если президент не имеет характера. Ричард Никсон говорил, есть два типа людей, которые хотят быть избранными на должность президента. Одни, которые хотят сделать нечто великое, хотят сделать великой страну, а другие хотят быть великими. Вот это большая разница. То есть одни думают о стране, о величии страны, а вторые думают о своем величии. Как им войти в историю? Вот вторая группа как раз и обречена на неудачу. Рональд Рейган относился к первой группе. Он не хотел быть великим. Он знал, что он уже достиг многое. Он был спокоен и уверен в себе, ибо шел в политику не ради своего величия, не ради своего тщеславия. Он был уже и губернатором крупнейшего штата в Америке, Калифорнии. Он был известным актером, который снялся в более 80 фильмах. В конце
как вы знаете, предыдущий наш президент Обама, он, Барак Обама, он только думал о своем величии, его бесконечный нарциссизм и мысли, какое место он займет в истории, особенно после получения незаслуженной Нобелевской премии мира. Ну, пустая бочка всегда шумит больше, всегда шумит сильнее. Рональд Рейган пришел в Белый дом ради большого дела. Его видение более свободного и спокойного мира и величия Америки в первую очередь относилось к экономической свободе. Правительство не решает всех проблем. Правительство и есть проблема, говорил Рейган. Меньше правительства, меньше директив, меньше указаний, распоряжений, душивших бизнес. Как он говорил, я старался расширить границы свободы. Но чтобы получить этот более свободный мир, Рейган должен был оказать противодействие самому большому источнику конфликтов современного мира. Это той империи зла, как он называл Советский Союз. А это действительно была сила. Советский Союз, времен Рейгана, это 5-миллионная армия, 60 тысяч танков, 10 тысяч самолетов, 200 атомных подводных лодок и несколько тысяч ядерных боеголовок. Добавьте к этому воинствующую идеологию распространения коммунизма по всему земному шару, поддержка так называемых освободительных движений и террористов всех мастей. Ну и на содержание России в то время было так называемых более 30 союзников, разброшенных по всему земному шару. Ну и плюс все социалистические режимы и вообще любой людоедский режим, который объявлял, что он строит социализм, сразу в Кремле открывали карман и денежки шли такому режиму. Намерения Рейгана были совершенно ясны. Как у него не было каких-то особых секретов в его взглядах. Он говорил о них еще в речи 1964 года, когда вступил на путь большой политики. Рейган хотел приложить все усилия для сдерживания коммунизма, показать античеловечность этой идеологии, уменьшить размер американского правительства, снизить налоги и на простых граждан, и на корпорации, и дать больше свободы американскому бизнесу. Он знал, что он хочет, и он обдумывал свои планы. Он имел видение. Но имел ли он мужество, без которого любое видение остается только мечтой? Да. Стержень всего характера Рейгана было его мужество. Мужество, которое было для него натуральное. Люди часто говорили, что Рейган вернул американцам их дух, их врожденное чувство оптимизма. Без этого духа и этой веры не было бы Америки. Надо хорошо знать американскую историю, чтобы знать, как строилась эта страна и что такое американская мечта – построить сияющий град на холме. И Америка сразу поняла и подхватила его мужество. Вспомните, в какой момент истории Рейган пришел к власти. Советская армия вторглась в Афганистан и рвалась к берегам Индийского океана. В Иране аятоллы захватили американских заложников. Президент Картер призывал к мирному решению всех проблем. Голубь мира. А мир, вообще, честно говоря, уважает больше ястребов. Мир уважает больше силу. Когда люди думают о мужестве Рейгана, они в первую очередь вспоминают мартовский день 81 года, когда он был тяжело ранен. Рейган старался встать на ноги, но они у него подкашивались. Охрана поддерживала его. Ранение было чрезвычайно опасным. Пуля прошла в нескольких миллиметрах от сердца. И даже в этот момент Рейган успел пошутить. Когда Нэнси, его жена, она нагнулась над носилками. Он сказал ей: «Прости, дорогая,
Я не успел пригнуться. И уже будучи на операционном столе, в госпитале, обращаясь к хирургам, он сказал: «Надеюсь, что вы все республиканцы». И тогда один из них ответил: «Сегодня, господин президент, мы действительно все республиканцы». Рейган, как политическая фигура, имел особую форму мужества. Генералы знают, что на войне часто солдаты за краткие минуты иногда совершают то, что никогда не сделали бы в другое время. Сердце качает адреналин, но у Рейгана было другое мужество. Он мог плыть навстречу волнам, плыть наперекор течения. Каждое политическое время имеет свою особенность. Но тогда, особенно в 50-е, 60-е годы, Рейган верил, что Америка медленно, но верно теряет свою свободу. Когда он начал работать в Голливуде, еще совсем молодым человеком в 20-е годы, он разделял общие взгляды подавляющего большинства американцев, что вот интеллигенты Нью-Йорка, интеллигенты Голливуда обладают каким-то особым какими-то особыми качествами в политике. Рейган, когда был молодой, он был либеральный демократ, как и его отец, и чувствовал особую привязанность к своей партии и ее идеалам. Правда, та демократическая партия 20-х годов 20 века была не то, что сейчас. Он даже гордился тем, что его отец отказался взять его и старшего брата посмотреть фильм «Birth of the Nation». Это известный американский фильм еще 1914 года, в котором было много расовых стереотипов. Рейган много раз рассказывал, как его отец однажды ночевал в машине прямо напротив отеля, только потому, что этот отель, который находился рядом, не принимал евреев. Было в Америке в 20-е годы на юге такие порядки. Рональд Рейган в молодости поддерживал Рузвельта, а в 1948 году выступил на митингах в поддержку Трумана. Рейган изменился. Это было наперекор общим либеральным течениям. В самый расцвет, с начала современного политического либерализма в 60-е годы, в самое начало строительства великого общества, Рейган поменял свои взгляды. Все недостатки, все издержки либерализма, которые так сегодня торжествуют в Америке, одержав победы в школах, колледжах, университетах, средствах массовой информации, в то время еще не были так заметны. Но именно тогда Рейган совершил крутой поворот. Вправо он стал активно поддерживать крайне консервативного сенатора Голдвотера на выборах 64 года. Казалось бы, ведь такой поворот вправо не способствовал его карьере. Но он пришел к убеждению, что консерватизм прав, что либералы разрушают страну и те ценности, на которых она построена. Страна стала на 20-летний срок правления демократов. И если бы он думал о карьере, о своей собственной карьере, он бы, конечно, присоединился, как говорят, к общему, где большинство. Но Рейган думал, что он прав, что рано или поздно ему суждено изменить этот либеральный путь. Его мужество было основано частью на его интеллектуальных убеждениях, а частично на его твердости. Когда мы думаем о Рейгане, мы в первую очередь думаем о его президентстве, как будто забывая, что перед 1980 годом был 1976, когда он бросил вызов Джеральду Форду, ставшему президентом после ухода в отставку Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. Форд был умеренным либеральным республиканцем. И Рейган выставил свою кандидатуру против него. Он начал свою избирательную кампанию, оказался, но на съезде республиканской партии он тогда потерпел поражение. За него проголосовало только 48% делегатов. Форд тогда победил. Но Форд, в свою очередь, этот умеренный либеральный республиканец, проиграл Картеру на ноябрьских выборах 1976 года. Рейган произнес
он тогда признавал свое поражение и говорил своим сторонникам: да, но это только одно поражение в долгой войне, и она будет продолжаться. Нэнси и я не собираемся сидеть на крыльце и говорить, что для нас все кончено. Мы остаемся здесь, с той же верой, с теми убеждениями, которые привели нас сюда. Лица на сцене могут меняться. Но наше дело здесь, и оно будет преобладать, потому что за этим делом стоит правда. Не оставляйте своих идеалов, не идите на компромисс, не бежите за легкими способами, и ради Бога, увидев, как работают часы, не будьте циниками. Знайте, что миллионы американцев хотят того, что хотите вы. Они хотят идти по нашему пути, и они хотят видеть сияющий город на холме. Эта речь и стала его началом следующей кампании 80-го года. Началось его президентство. Вообще давно подмечено, что великие люди обладают рядом с добродетелями, зачастую не лишены и больших недостатков. Были ли они у Рейгана? И не столько в его характере, сколько в его личности. Никто, например, государственный секретарь Джеймс Бейкер называл Рейгана добрейшим и милейшим человеком, который он когда-либо видел. И в этом было много истины, как и в жалобах окружавших его людей на его прохладное отношение к ним. Люди часто любят говорить в отношении великих людей весьма нелицеприятные вещи, но такова их природа. Часто говорили, что Рейган якобы был ленив, но распорядок его дня, анализ его журналов в его канцелярии говорит об обратном. В возрасте 75 лет он ежедневно работал по 9-10 часов в день. Добавьте вечернее время, когда он работал над своими речами. Как были также слухи, что он часто засыпал во время заседания кабинета. Этого никогда не было. Хотя зачастую такие заседания кабинета были весьма скучными. А Рейган любил действия. Рейган изредка взрывался, но никогда не по пустякам. Лидер демократов в Палате представителей О'Нейл однажды пытался учить Рейгана политической морали. Что там происходило, судить трудно, но вот у меня вот тут на столе лежит фотография, где Рейган и О'Нейл с яростным выражением лица тыкают пальцем друг в друга. Рейган был весьма уравновешенным человеком, но если он считал, что кто-то не справляется со своими обязанностями, то тот сотрудник, того сотрудника тотчас же увольняли. Рейган не очень считался и с дипломатической вежливостью, и умением думать одно, а говорить другое. Он был прямолинеем. Может быть, в обычной жизни это и хорошо, но на посту президента приносило ему иногда много неприятностей. Вы помните знаменитую фотографию тех времен, когда Картер целуется с Брежневым? Ну, Брежнев по своей привычке целует Картера в засос. Это было во время совместной советско-американской встречи. Те, кто из американских корреспондентов писали, что вот лидеры двух стран имеют те же мечты, что и стремления, в общем, обеспечить мир во всем мире. Такого Рейган себе никогда не позволял. Во время встречи в Женеве, когда сотрудники государственного департамента говорили ему и советовали выразить Горбачеву, что вторжение, нахождение русских войск в Афганистане вызывает глубокую озабоченность Соединенных Штатов, то есть сказать дипломатическим языком, выразить глубокую озабоченность. Вместо этого Рейгана не послушал никаких сотрудников и сказал Горбачеву без всякой дипломатии: то, что вы делаете в Афганистане, является геноцидом, и мы этого вам не позволим.
Это был президент, который публично назвал Советский Союз империей зла. Но вопрос, почему он это сделал, Регин ответил: я хотел, чтобы они знали, что мы о них думаем. И через 2 недели после этого он объявил о новой стратегической инициативе в Соединенных Штатах, так называемые «Звездные войны», о переносе гонки вооружений в космос. В Советском Союзе это вызвало ярость. Руководство Советского Союза прекрасно понимало, что они уже тратят половину валового национального продукта на оборону, а тут предстоят дополнительные расходы на гонку вооружений в космосе, что может привести к краху советской экономики. Конечно, все либералы, и Европы, и Америки обвиняли Рейгана, что он поджигатель войны. Но Рейган оказался прав. Он дестабилизировал не мир, а Советский Союз, который через 10 лет после прихода Рейгана к власти распался. Правда, не из-за рейгановских звездных войн. Там хватило и своих проблем. Но чудовищное бремя гонки вооружений, немыслимое ни в одной стране в мирное время, тоже сыграло свою роль. Я не знаю, сделали ли выводы нынешние руководители России. Пока Россия медленно, но верно втягивается в новую гонку вооружения, имея экономику в 14 раз меньше американской, и во столько же раз экономика России меньше, чем у Европейского Союза. Ну, а пока, конечно, там идет головокружение от успехов. Новые ракеты, новые корабли, новые подводные лодки. В общем, как всегда, покажем Америке Кузькину мать. Может быть, а может и нет. Даже вот пару дней назад Россия символически перебросила 100 своих солдат в Венесуэлу. Прямо на задворье Соединенных Штатов. Мало того, что в Венесуэле находится 20 тысяч кубинских солдат, но надо, чтобы не ходились и русские. Для Рейгана его консервативные убеждения были выше, чем общественное мнение, политическая корректность или рейтинг. Он четко и последовательно выступал за запрещение абортов. Хотя его любимая жена Нэнси была прочь, его дети тоже стояли за право женщин самим решать, делать им аборт или нет. Но Рейган наложил вето на бюджет департамента здравоохранения, где предусматривалась федеральная поддержка проведению абортов. Все уговаривали его не делать это, он потеряет голоса. Но он это сделал, вопреки всем, потому что он убежден. Это были его внутренние убеждения. В 1979 году, в последний год правления президента Картера, инфляция в Америке достигла 12,5% в год. Я хорошо помню наш первый моргич. Он был тогда где-то порядка 13%. Огромные, огромные расходы по выплате кредитов. Мало кто тогда в то время мог позволить себе или купить дом, или взять в кредит машину. Ситуация была очень плохой. В предвыборной кампании Рейган обещал сократить наполовину и моргич, и кредит, и он это сделал. В 83-м году инфляция уже упала менее 4% и сохранялась на этом уровне весь срок его президентства. Он обещал снизить безработицу. Когда он пришел, его уровень составлял 7,4%. Когда он ушел, только 5%. Он обещал снизить государственное регулирование экономической жизни страны. При Картоне такое регулирование составляло 87 тысяч страниц в год. Через 5 лет рейгановского президента оно снизилось в 2 раза. Но пришел наш веселый, жизнерадостный президент Обама и вновь поднял регулирование американской экономики до 100 тысяч страниц в год. Можете себе представить расходы бизнеса, чтобы выполнять эти 100 тысяч страниц регулирования, значит, всяких распоряжений, ограничений, все это пишущие братья чиновников, которые ни за что не отвечают?
Президент Трамп, когда пришел, он сразу издал распоряжение. На каждое новое регулирование чиновники государственные обязаны отменить два старых. Вот, что надо убрать эти бессмысленные разорительные регулирования экономики. Ну и дело пошло. Дышать бизнесу стало легче. Трамп снизил налоги для корпораций с 35% до 20%. Это дало огромный толчок росту и конкурентоспособности американского бизнеса. Но через два года опять же в Америке новые выборы. А сейчас к власти опять рвутся все эти социалисты, все эти Байдены, все эти Сандерсы, Уоррены, Хэррисоны и уйма других, не знающих и не умеющих хоть что-нибудь создавать, только распределять созданное. Можете представить, что нас ожидает? Остается просто надеяться, что Трамп будет переизбран. Рейган обещал сократить федеральную бюрократию, что он и сделал. Правда, конечно, слегка. Ну, а федеральная бюрократия у нас, конечно, будь здоров. Вот вчера пришел Forbes магазин, и там на последней странице есть, что наша федеральная бюрократия сегодня составляет 2 189 000 человек. Это прилично, конечно. Может быть, она при президенте Трампе, конечно, не растет, но вы не забудьте, добавьте это федеральные бюрократы, а добавьте к этому делу порядка 18 миллионов чиновников на местах, в тех каунти, где вы живете, в тех городах и комьюнити, вы, конечно, получите веселую огромную армию государственных чиновников, которых надо содержать, и которые кроме ручки и пера бумаги ничего не делают. Они же не создают, только пишут и пишут и пишут. Вот. А во времена Обамы для чиновника вообще наступил золотой век. Если вот сейчас, я вам сказал, у нас 2 189 000 федеральных чиновников, то во времена Обамы их было 2.5 миллиона. А в местных органах власти еще больше. И опять президенту Трампу предстоит непощадный край работы. Давайте сделаем небольшой перерыв и затем продолжим.